Взгляни на товары. Ты знаешь, где меня найти.
Я это уже где-то видел.
Последние защитники барона готовы встретить толпу, но они не ждут меня. Я буду внутри раньше, чем начнется бойня. Совсем забыл.
что тут у нас? Начнет кузов, а я поставлю его на место. Убил за чашку кофе. Надоело зерна жевать. Сегодня на улицах будет много крови. Я сбился со счета, сколько озаренных мразей там было. Ха! Ты свои пальцы не сыщешь. Родись я умным, меня бы тут не было. Как я устал. Стой! Эй! Я кого-то засек! Смотри, Боба! Я не дам ему добраться до меня. Надо его найти. Своим пластом гоняюсь. Тут никого нет. Тоже верно. Не будем рисковать. Где-то тут. Этот вор где-то здесь. Я чувствую. Чёртовы колокольцы. Это не к добру.
Эй! Я бы убил за чашку кофе. Надоело зерна жевать. Плохие времена. Это не мрак. Что это такое? Эй! Все равно идти через парадный ход не в моем стиле. Уверен, что внутри безопаснее. Нам некуда деваться. Любопытно. Ну и? Сходи, проверь. Весь мой опыт. Это я возьму. Как интересно. Это выключает всю воду в саду.
Отступать некуда. Последний рубеж. Если они победят... А? Что происходит? Может, проверишь, что там? Кто там? Выходи на свет! Этому наверняка есть разумное объяснение. Надо быть готовым ко всему. Отступать некуда. Последний рубеж. Интересно, город весь горел? Что за дела? Может, проверишь? Покажись, кто ты! Не спать. Не спать. Надеюсь, кто-нибудь начнет... Эта штука выглядит интересно. Thank you.
Это была простая часть. Дом большой, и барон сегодня никого не принимает. Точнее, не хочет принимать. Воняет, как в Риверсайде в жару. Но так можно попасть внутрь. Внутри мы все пахнем не очень. Думать о награде, по возможности не дышать. Это была простая часть. Дом большой, и барон сегодня никого не принимает. Точнее, не хочет принимать.